Здравствуйте, мои хорошие. Видео будет смонтировано. Вы поймете почему. Я в шоке. У меня такие смешанные чувства. Я не могу вам передать. Значит, я посетила процедуру грязи. Торфяные грязи. Я по-другому все представлялась. Я, наверное, поверну камеру, чтобы вам было видно красоту отеля. Или уже он. Любуйтесь мною. Короче, вы увидите. Я думала, как я себе думала. Вот как мне делали в Карловых Варах. Аппликации такие на колени кладутся. Грязь. Куда я иду? Там ничего. Вот. И все. Я зашла в кабинет. Она так на меня смотрит. Вы мне голая нужна. Я говорю, шо? Я вас правильно поняла. Она говорит, да. Вы должна быть голая совершенно. Я говорю, зачем? Видите, как тут классно. А вот это то... Вот там вот, это все лечебница. Там бассейны в той стороне. Вот видите, там, где желтенькое здание. Ой, отель шикарный, конечно. Короче, говорю. А я когда увидела вот эту кучу, вы ее тоже увидите, я не поверила своим глазам. Короче, я разделась. Догола. Садитесь. Вот прям садитесь в центр. Блин, чтобы я могла делать трансляцию оттуда, ребята, выпал писем. Я говорю, как садитесь? Она говорит, садитесь в центр вот этого, вот этой субстанции. Лифт, лифт, лифт. Садитесь в центр. Ужас, я не могла поверить. Я села, она такая теплая, горяченькая. Ну вот прям вроде ты, простите, укакался. И ты в своем испражнении находишься. О, какой ужас. И ложитесь. Ложитесь. Я не могу до сих пор поверить. Я легла, и она, короче, полностью меня обмазала. И вот прям вот, вот вы все поймете. 15 минут так мне надо было лежать. Я уже потом и зашла. Лежит вот это состояние незащищенное. Как я говорю, сейчас зайдем в номер. На балкончик. Короче. Это она все начинает мазать на тебя. И под тобой вот это вот все. Я не могу, я под таким впечатлением. Короче, 15 минут лежать так надо. Они вечностью мне показались. Вечностью. А помыться. И запах, и вообще, короче. Ну там душ, естественно, рядом находится. Я пока отмылась. Ужас. Ужас. Вот это такая процедура у меня еще будет послезавтра. Но она говорит, что это очень полезная процедура. Это грязь торфяная, она очень полезная. Да, от всего и для всего. Короче, монтирую. Сейчас все увидите. Друзья мои, я приехала, пришла на грязь. Оказывается, это на все тело. А как это все будет происходить? Будете намазывать на меня, да? Ну да. Ой, не боже. Хотите? Я хочу, я ну так страшно. Поспешите. Да. Не-не, вас нет в кадре. Ух ты. Это где-то стоит цистерна, да, запас да, этой грязи? Там, есть склеп, да? И там да, ага. Белое это украшено. Это потом после каждого пациента вы... Уходит ее, и мы не пользуемся. Смываете, там, да, уходит да, она? Новая.
Ой, боже мой, как интересно. Ой. Сделали уже? Супер интересно. Да.